На улицу Парковую глава города пригласил виновников торжества равнодушия к городу. Объясните мне, что это такое? Можно объяснить это по-русски? Это многострадальная Парковая. Она уже, я не знаю, ее тут только, наверное, ленивый еще не копал. Перестели. Вы посмотрите, что мы дальше сделали. Одолжение сделали. Полосочку заасфальтировали, умудрились. Здесь был асфальт, нормальный был асфальт. Представители ООО «Бесторг», так же, как и все желающие в разгар курортного сезона проложить коммуникации к объектам своего бизнеса, письменно клянутся в любви к городу и готовности в кратчайшие сроки восстановить скрытое дорожное покрытие. Но на деле горожане и гости города еще долго спотыкаются на колдобинах гравийных отсыпок. У себя дома я вам разрешаю вот так перерыть и вот так держать. Идет сезон курортный, вы перерыли пол Анапы и считаете, что я должен, глава вам должен давать указания. Глава города дает немедленное к исполнению поручения своему первому заместителю. Проревизировать все, где еще разрытия есть. Сегодня мне фотоотчет представишь по всем разрешениям. Списком приносишь мне все разрешения на разрытие и фотоотчет представляешь, что на сегодняшний день происходит. А бизнесмены обязаны в кратчайший срок привести дорожное покрытие в идеальный вид. Сегодня заасфальтировать все, привести в порядок. Завтра до половины дня, вот, до этого времени, доложить. И больше не выдавать разрешений без моего ведома. Период курортного сезона. Все понятно? Все понятно. Негодование главы города справедливо. Эту улицу, прилегающую к школе, только недавно город асфальтировал. Через несколько дней, 1 сентября.